Так, надо бы барахло продать. В принципе, еще можно парочку знаков объездить. Вопросы. Давай, плотва! Хорошего понемногу. Зараза! Ну, сколько мне еще? Иди, иди сюда. Вот сука.
Все, хватит. Еще хватит. Все вместе. Нам не справиться. Что, драться расхотелось? Тяжело было убить это страшилище. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Благословите меня, боги! Сегодня получил горбушку хлеба. Чтобы хоть деточки голодными не были.
продавать хабар. Покупайте, Габриэль! Защитите... Покажи товары. Так. Будь здоров. Оф! Вот балда. Так, ну можно в принципе отправиться в Оксенфурт и оружейнику продать все это дело. Слышал вчера, Вольф, что они делали с этой женщиной? Да что и всегда. Начало. Может, да, может, нет. Может, иди ты. Ха! Клиент! Покажи, что у тебя есть на продажу. Можно ли эти камни оставлять, или они будут бесполезны? Вот так лучше. Бывай. Что-то все равно барахла много какого-то. Thank you.
выполнить что ли задание какое-нибудь типа хозяйки леса. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. От чудовищ нас берегут охотники за колдуньей. Сейчас мы нашарим что-нибудь. Первый альбуд. Да ладно.
Не-не, там уровень у нее какой-то высокий был прям. Ну что, паскуда? По-любому какой-то доспех, чертеж. Может, дождь собирается. Волчьи клыки. Приближайся. Отойди. Чую, откуда пришел. Сейчас ты еще кое-что почуешь. Так, проклятые. Уходи. 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 Мне не сдержать силы, что меня хранит. Ну, сколько мне еще ждать? Thank you.
что, драться расхотелось? Сколько мне еще ждать? Силы, что меня хранят, знают. Откуда пришел? Thank you.
Ну, сколько мне еще ждать? Thank you.
Охуенный меч, охуенный урон и охуенный волколак, блять. Thank you.
надо что-то попробовать покрафтить. Какое-то масло, какой-то отвар, что ли. Но! Сука, себя обработать, как новиградские девки. Ёлки, блядь. Ну что, неплохая работа моему Любушке повернуть. Ты что происходит? Шевелись! О! Еще болты должны быть, которые исцеление замедляют. Да, сюда понаскладывал ерунды всякой. Можно эти попробовать. Так, надо каких-то редких компонентов набрать. Так-то у меня вроде много чего есть. Так, ну вроде так. Бухло возьмем. И к травнику надо сходить, все это попробовать подкрафтить. Вообще можно сразу на
взглянуть на рецепты. Какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за хворостом посылают. Чудище сожрали. Вот. Так, ну тут Гена где-то взял, по-моему. Касса людского спирта намутить. Так, ну по отварам ясно, ну по маслах. Так, это кузнеца можно сделать. Вот это весьма, блин, шкура волколака как раз нужна.
умоляю, клянусь, как у него семья пропала, он больше целого батальона крещет. Ау! Куда ты прешь? Я хочу. Бывай. Так, съездить до травника. О, куда прешь? О! Неплохая работа, мой мулюк. Что это у тебя с рожей? Ну, конечно, не кушай. Вроде как тут хижина травника есть. Зубищами его на кольчугу пропустит. А может даже панцирь не в газ. Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда
Из них Василиск влюбляется. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как виверна. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый что ни на есть настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй, эй! Ежели это не Василиск, а виверна какая-то. За что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны, не напирайте так, а то... О, Сколько мне еще ждать? Вперед, плотва! Здравствуй! Особых трав ищешь, чтобы строптивую деву убедить, что можно? Микстур, чтобы себя убедить, что можно еще раз? А другие травы и микстуры найдутся? На пророст волос или наоборот? Усмиряющие боль и от изжоги? Скажи, чего тебе надобно? Сука, от волколака что-нибудь дай. Позволь, я взгляну.
шкуру волколака бы в самый раз прям против того дурака. Походу с него и выбьем. Прощай. Обратно все это барахло. Что у нас тут за волколака? Чертов гриб, лунная пыль. Масло, ибни.
Так, хавчик бы какой-то здравый. Все 10. Так. Боги привели. Учитывая да. То, что нужно загасить волкалака. Все скажу, где покража спрятана. Нужно какой-то выбрать этот. Уже добычу поделили. Так, токсичность 189. Ну да, сейчас прибавилось немножко. Лучше какой-то один отвар выбрать, потому что если два отвара выбрать, токсичность пока что так быстро не снижается. Еще докачивать туда навыки надо. И это будет отвар, скорее всего, с грифона, так как там постоянно получаешь урон. И это будет как нельзя кстати. Ну вот призрак только щит будет вешать. По крайней мере, я бы так сделал. Иди. Силы на казнь прибереги. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Бывай. Но. Может, на эту чудище поохотиться? На Щербатую Кузнецову дочку? Вот в чем это. Призрак на это не посмотрел. Что, неплохая работа. Сына? Давай, плопа.
Сколько мне еще ждать?
пиздец. Урон очень маленький. Thank you.